В молодежном центре прошло награждение победителей фестиваля для школьников «Школьная парта». Впервые торжественное мероприятие награждения прошло без зрителей. Все желающие имели возможность принять участие в мероприятии в режиме онлайн. Организаторы провели прямую трансляцию в социальной сети Instagram. Участники в трех номинациях – музыкальной, танцевальной и театрального мастерства – показали интернет-зрителям номера, которые принесли им победу. Фестиваль у нас проходит уже второй год на территории региона. В фестивале принимают большое количество участников, школьников со всего региона, с муниципальных образований много заявок, с города Магадан много заявок. Посмотреть записи выступления победителей конкурса можно и сейчас на инстаграм-странице «Молодость 49».